И сразу же продолжение этой темы, дорогие друзья, секретные службы, средства наблюдения, национальные системы безопасности и прочее, прочее, прочее. Значит, однажды, возвращаясь после тяжелого рабочего дня и бессонной ночи, я шел домой, когда еще проживал в Северном Чертаново, и увидел, идя там такой длинный мост, и увидел вечером, что с балкона 10 этажа кто-то бросил хабарик, бычок. Ну, хабарик, бычок, вы знаете, что это такое. Кто не знает, поднимите руку. Все знают, да? Вот, да. И он, описывая концентрические круги, этот бычок упал вниз, ударился об асфальт и разбился на 1000 маленьких медвежат. Искры, да. Я подумал, елки-палки, я иду вот уже никакой, то есть меня там мотает, и я думаю, вот интересно, из космоса видно, как этот хабарик летит или нет? И вот такая мрачная песня получилась. Летит хабарик с высоты. Нужна ваша помощь, ребята, вот, да, вот так хлопать, да. Летит хабарик с высоты, в полете тихо догорая, и вот за ним, засев кусты, шпион китайский наблюдает, и для дурманины вином, спасибо, и обалдевший в мягком кресле, его заметил астроном. И зафиксировал в реестре. И залетевший от Луны засек его фоторазведчик. А снизу, с нашей стороны, дежурный видит комитетчик. И уточнивший день и год, баллистик разных компоненты, они фиксируют полет в своих отчетных документах. И не клади им палец в рот, и каждый вроде бы при деле, а после старший их прочтет, чего они там наглядели. В приливе важности поста шипная внутреннюю радость по телефону или так о нем доложит куда надо, а там, где надо, сутенят. В погонах кто-то полноватый начнет суровый вид приняв, пугать советы и сенаты, а там народно. А всенародная рука в военном смысле идиоты на нужды местных ВПК про деньги нищих и сироток. И затрещит бюджетный год пустой рассохшуюся каткой, и будет требовать народ тоталитарного порядка. Будет мор и будет глав, и неустойчивость позиций, и время полетит назад, и страшный кризис разразится. Сейчас должен свет подохнуть. Эпилог. Товарищ, выйдя на балкон, в зубах сожженной сигаретой, что видел ты со всех сторон, не забывай, прошу про это, не забывай, прошу про это, не забывай, прошу про это.